Всем привет и доброе утро. Пью водичку перед завтраком и делаю завтрак. У меня пшенная кашка осталась еще вчера. Вот, я решила с нее сделать. Добавила туда яичек немножко, две штучки, и делаю оладушки. Ну все, я заканчиваю. Очень вкусно. Я вот кусочек, очень вкусно получается. Сейчас уже последние, прям буквально два оладушка, наверное, как блинчики, оладушки, оладушки. Последний сделаю, пойду завтракать. Ну такие ароматы, так вкусно. Я уже на улице жду мамочку. Вон, мама идет уже, смотрю, мы в соцзащиту идем. Оформляем им субсидию на квартиру и оформляем дети войны. Дома у нас красивущие. Я уже маму проводила. Мы уже с ней сходили. Все сделали. Получили, восстановили ветеран труда. Она потеряла его. Все восстановили. Теперь я иду. Забежала домой, занесла документы. И иду в магазин. Куриные девчонки там попросили купить. Надо еще помидоры купить. В общем, иду за продуктами. И здесь вот такие у нас, это получается, я не знаю, как он будет называться, третий круг у нас или как. Ну, такая красота. Этот уже построен дом. Ну, достроен, там еще доделывают, конечно. Крышу доделывают еще, вон там вверху торчит все. Ну, красота, конечно, очень красивый дом получился. И этот тоже строится. Этот кирпичный, тот панельный, еще один, третий панельный уже растет. А я иду вот сюда. Девчонки заболели. Тут у нас стоят лекарства. И что я принесла? Из куриного магазина, как всегда, это наш любимый магазин. Октябрьской птицефабрики. Варенички принесла. Копчености для горохового супа. Я их замораживаю и потом готовлю. Три пачки взяла. Вот. Что у меня еще? Ой, доча, у меня свалилась сумка окорочка. Сейчас я их расфасую по две штучки. Чесночная колбаска. Куриная, иногда они любят. А это я взяла рагу. Хочу потушить с картошкой. Рагу. Вот. И молочко. Хотела 1,5 литра у них там есть. Очень хорошее. Коровье. Прям сливки отделяются. Но все разобрали. Поэтому вот. Вот такой сегодня улов. Ну и самое главное. Милочка, принеси сюда. Мы сейчас отмачиваем. Купила ребятишкам. У меня аж руки трясутся. После. Клубничку мы сейчас отмочим. Ее хорошо промоем. И будем кушать. Ням-ням-ням. Надеюсь, очень сладко. Потому что очень дорогая. А мы уже в машине. Костя заехал после работы, и мы поехали. Он меня забрал, и мы поехали за кормом нашим котятам. Мы покупаем холистик, поэтому рядом с нами, вот в Краснообске, вообще нет. В городе-то редко где. Нужно искать. Но вот на Абгэсе мы знаем один магазин, где продают. И мы туда едем. Купили корм. Сейчас мы... На Абгэсе. Тоже такой маленький городочек, но мы заметили, в магазине дороже, чем у нас в магазине почему-то. Не знаю почему. Но Мариера в Магните у нас подешевле, чем еще здесь. Другая сеть. Другая сеть, да, почему-то. Иначе бы. Вообще, я сегодня снимала, кстати, прям красивые дома получаются такие. Но это уже не круг будет, да? Круг. Круг, да, тоже да. Кругом будет. Ну, интересно. Уже домой едем. Сейчас будем дома. Мы пишем экзамен. Написали, сейчас будем отправлять в школу. Это липа. Черный ствол. Это липы. А когда будет дождь, и она цветет, какой запах. Ой-ой-ой. Это мама пришла. Мама пришла рассказывать, что у них там цветет во дворе. Маску сняла. Вообще не боится заболеть. Мы болеем.
Мама принесла, мы уже все съели. Мама принесла нам рыбки, пожарила. А мы маму угостили. Я делала в сковородке. ПП. Пицца. Вот-вот. Вкусненько. На лаваше. Мама ушла. И я задумала нарастить ногти. Ну, не нарастите. А у меня вот... Я уже делала. Первый раз в жизни вообще наращивала ноготочки. И у меня один ноготочек мой клюет вниз и треснул. Мне надо его спасать. Я не знаю, может быть, я поменяю форму. Посмотрю. И я хочу попробовать сделать на верхние формы. Тоже первый раз в жизни. Я делала на другие формы, на нижние, и первый раз сейчас буду делать на верхние. Очень переживаю. Завтра у Милки день рождения, хочется, мы поедем в зоопарк. Надеюсь, погода не подведет, и я хочу сделать красивые ноготочки, красивый маникюрчик. Вот, надеюсь, у меня получится. Ну вот, промежуточный результат у меня такой. Мне даже нравится форма. Конечно, это вот как я налепила, она не опилена еще. И вот на этом пальчике опиленная. Вот такая форма будет у меня. Ох, немножко, конечно, мне сложновато, потому что я вообще, не знаю, второй раз в жизни наращиваю. Первый раз я просто на формочке на нижней пробовала. Вот второй раз немножко не понимаю еще, как их там надо распределить. И формы у меня неудачные, китайские. И вообще как-то подобрать их под ноготь очень сложно. Приходится вот сбоку немножечко домазывать, потому что либо сильно огромная, ее подрезаешь, она вообще съезжает. Ну, в общем, надо другие формы попробовать. А так, если бы формы были более удачны, то вообще было бы быстро. Немножко. Ну, все равно. Посмотрим, какой будет результат. Хочу показать. Вот у меня уже свет включило такое. Сижу уже 5 часов. Ну вот, вот это у меня конечный вариант, как получились. Неплохо. Есть, конечно, особенно вот на безымянном пальце косячки. Но тем не менее, вот так у меня выглядит на полпути другая рука. Сейчас я ее пилю. И она будет такая же. Я даже задумалась на следующий раз сделать, конечно, покороче, но закругленный квадрат. Тоже красиво смотрится, мне нравится. Но только очень длинный, конечно, будет неудобно. Но в следующий раз можно. Сейчас опилю и все. Видео сегодня будет коротким, потому что я только-только закончила. Время у нас уже 10:30. Мы быстро укладываемся спать. А я ноготочки вот доделала на второй руке. Вообще поздно, поздно очень. И смотрю Евровидение параллельно.